Почтить память героя России лейтенанта Магомеда Нурбагандова решили сотрудники омской полиции. Напомню, в июле этого года 25-летний сотрудник МВД попал в плен на территории Дагестана. Его заставляли призывать других полицейских оставить службу, но Магомед произнес фразу «Работайте, братья». После этих слов его убили, звание Героя России лейтенант получил посмертно. После этого в России стартовала акция в его честь. В Омске она проходит уже во второй раз. Сотрудники полиции в центре города рассказывали автовладельцам о подвиге Магомеда и предлагали наклеить на заднее стекло машин его последние слова. Всего раздали около сотни наклеек. Получили большое количество откликов, отзывов, и люди пожелали поучаствовать, принять в этом участие, выразить свою солидарность сотрудникам полиции в борьбе с терроризмом, которые нередко отдают свою жизнь. Читал вот про этого человечка, который погиб на своем посту в интернете, как бы в новостях. Побольше таких людей, мы только за. Только они бы продолжали жить, существовать и действовать.